Здравствуйте. Вот тут ЧП произошло на трубопроводе Куйбышев-Тихорецк. Сотрудники МЧС продолжают работу по ликвидации последствий аварии, которая произошла на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк. Крупный пожар был, в котором, в общем-то, пострадали два человека. И как люди, в общем-то, говорят, что это был ад, взрывы, крики о помощи. И, в общем-то, многие бежали к воде. Я давала предсказания в разделе «Россия» 3.12.2017 года. Вижу большой трубопровод, холмы с лесом, деревянные домики. Объяснение. Неприятность произойдет с крупным трубопроводом. Спасибо за внимание.